Торт без выпечки – лучший вариант для тех, у кого нет доступа к духовке. Посмотрите, как приготовить торт сметанник на сковороде – отличную альтернативу слоеным тортам с испеченными коржами. Сметанный крем хорош тем, что его легко приготовить и он отлично пропитывает любой вид коржей. Для приготовления такого крема советую вам брать более жирную сметану, так как ее будет легче взбить в густой крем. Сахар для крема можно заменить сахарной пудрой, так крем станет более нежным и воздушным. Обязательно выпекайте коржи на умеренном огне, чтобы тесто пропеклось, но не подгорело. Мука 350-380 грамм. Сметана 20%, 200 грамм. Сметана в крем 600 грамм. Сахар 380 грамм, 200 граммов в тесто, 180 граммов в крем. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Печенье 10-15 штук, для украшения. Количество порций 6-1. Приготовьте тесто, сметану 20% жирности перемешайте с сахаром. В отдельной миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты к сметане и перемешайте. 2. Замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на 8 частей, каждую скатайте в шарик. На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждый шарик в круг диаметром 20-22 см. 3. Из обрезков также скатайте шарики и раскатайте их в круг. Выпекайте коржи на сухой сковороде на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Для крема взбейте миксером сметану с сахаром. 4. Получившимся кремом смажьте коржи и соберите торт, также смазав бок и верх торта. Для украшения раскрошите печенье и обсыпьте им бок и верх торта. Оставьте торт в холодильнике на ночь. Приятного аппетита!